что случилось? Ну... Какой авария? В Москве сегодня произошло ДТП с туристическим автобусом. Как сообщили в пресс-службе столичного управления госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель, перевозивший китайских туристов, не справился с управлением и протаранил фонарный столб на шоссе энтузиастов. Момент аварии попал в объективы камер наблюдения. В автобусе находились 32 пассажира. По данным Московского департамента здравоохранения, 19 человек увезли в городские больницы, еще 10 пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте. Полиция проводит проверку. Как сообщается в официальном твиттере столичного транспортного блока, на владельцев этого туристического автобуса не раз выписывались протоколы о нарушении. В базе данных ГИБДД числится 30 штрафов за превышение допустимой скорости и несоблюдение требований знаков дорожного движения. Вот он сейчас начнет перестраиваться, блядь. Вот Сима хуярит. Рюкзаки хуярит. Он вправо уходит и этот вправо, смотри. Бах, нахуй. Ух, ёпта, блядь. Блядь, он Сима нахуй головой там уебался в стойку. В аварии на Севастопольском проспекте погиб полицейский. По предварительным данным, патрульная машина столкнулась с грузовиком. В служебном авто находились два человека. Один из них получил серьезные травмы, второй скончался. Очевидцы сообщают, что на место происшествия приземлялся медицинский вертолет. Движение в районе аварии сейчас затруднено. В общем, у нас мастер по силовой гимнастике. Ктюк! Ктюк! Заебись. Ой! Что это? Ёб твою мать! Чувак, доехал бы уж, блядь. Чё было? Сейчас будут бачи, но этому такси было. Чувак на красный проехал, как будто так и надо. Китай же все гонит. То-то случилось у нас, то-то. Блядь, Серега, это что было, блядь? Это что было? А он такое же транспортное средство. Сергей, там двое их на это. Вы что, блядь? Куда дел? Ёбаный, блядь, пиздец.